Однажды летним днем я наблюдал очень интересную картину. Курочка на лужайке перед домом гуляла вместе со своими цыплятами. У цыплят хорошее настроение, они бегали, резвились и абсолютно не подозревали, что через несколько минут пойдет сильный дождь. Крупные капли дождя стали падать на землю, и курочка распростерла свои крылья. Цыплята быстренько подбежали к своей маме и укрылись там. Минут 10 шел сильный дождь, мама промокла, и когда выглянуло солнышко, довольные цыплята выбежали из-под ее крыл абсолютно сухие. Тогда я подумал, что в нашей жизни хотелось бы, чтобы больше было таких мест, где мы могли бы укрыться. Укрыться и совершенно не переживать о бурях, которые происходят вокруг. Священное Писание нас вдохновляет очень точными словами. «Бог – прибежище и сила наша, своевременная помощь в любой беде». Господь поддерживает нас тогда, когда нам негде укрыться, когда мы не знаем, где прятаться. Желаю, чтобы сегодня, даже если что-то случится в жизни, мы всегда помнили, есть Господь, который является нашим прибежищем.